Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Макс Пейн. В последней серии мы догнали таки этого засранца Люпина. В результате он нам выдал, что его босс находится... Ой, гоните, мы догнали. Что его босс Джек Люпина находится в баре Рагнарек. Или Рагнарок, кому как удобнее. Собственно, сюда мы и пришли. У нас, конечно, маловато жизни. Зомби Демонс. From Outer Space. Зомби-демоны из открытого космоса. Прикольная группа. Так, ну что? Давайте смотреть, что у нас. Да как тут? Заперто. Так, тут я помню, что нам нужно куда-то вниз, и там что-то через какой-то подвальчик есть у меня такое. Или даже не через подвальчик. Хорошо. Так, тут у нас библиотека. Быки читают книжки. Удивительно. The book had never been a bestseller. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Вообще удивительно, да? Вся эта мифология, особенно скандинавская, это всегда было очень интересно. Ну, сами представьте, страшная война, которая приведет к гибели наций, и последующая за этим зима. То есть ядерная война и, соответственно, ядерная зима. Очень реальный вариант развития событий в нашем сегодняшнем мире, когда Штаты провоцируют войну практически в каждом уголке земли. Так, меня маленько цепануло, ну да ладно. Блин, даже маленько так, и сразу в башню схватил. Так, давайте мы поздороваемся с ней. Ой. Блин, мышка тупит. Добрый день! Хорошо. Сейчас подождем, второй прибежит, нет? Отлично. Так, теперь что теперь? Где он? Вон он. Да, блин, да что ж ты меня цепляешь-то? С этим тоже хорошо все. Сохраняемся, хотя, конечно, мне попали, ну да ладно, я на такие мелочи внимания не обращаю, как правило. Что-то топтагон пустой какой-то. Я уж думал, тут сейчас будет. Ой! Ну, вот этого еще не хватало. Ну да, я уже посмотреть просто на свой эпик фейл. Ну, прикольно, что, прикольно. Твою мать. Короче говоря, не получится с моими не самыми прямыми руками. Проще будет сделать вот так. Шо? Что я требовалось доказать? Коктейль молота вообще оружие, требующее аккуратного обращения. То есть не для меня. Так, это что такое? Диско. Ух ты, а это кто такой? Какой-то непростой пацанчик. Нео, что ли?
Блин, со здоровьем из-за него вообще плохо стало. Было. Это, по-моему, прекрасный повод сохраниться. Ничего. Какой-то сатанинский клуб, вообще, надо сказать. Современную игру, я думаю, не запретили бы. Кстати, переиздание же скоро Макс Пейна будет на планшетниках. Мне интересно, там отцензурят это, нет? Сейчас же в играх и фашистские кресты, и вот эту сатанинскую символику все стараются исключить. Какую-нибудь текстуру тут поставят, там, улыбающееся лицо, ничего в таком духе. Вполне запросто. Хотя, по-моему, это глупости все. Так, одного вижу. О, вашу мать. Так, все, все умерли. Патронов, конечно, к Инграму теперь нет. Зато я вижу, он там более тарящий. Или это чашка. Painkiller. Кстати, игра была неплохая, Painkiller. Что-то только сейчас понял. Вообще, не брал в голову, что означает Painkiller. Просто играл. Но там она означала, что pain и kill, то есть больно убивать. На самом-то деле это обезболивающий, более утоляющий. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Malficarum and De Umbrarum Rainy Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal. Lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. У нас сатанист какой-то, похоже. Что-то тут совсем какие-то гадости уже. Да, блин, ты посмотри. Books on the occult. Так, давайте книжки еще раз пролистаем, мало ли чего. На всякий пожарный. Сохранимся. Откроем. Прыгнем. Живой еще, что ли? Жутковато. Обрез он, конечно, по урону лучше и по скорострельности, но при этом всего два выстрела. Да, и вдаль с него особо не постреляешь тоже. Надеюсь, он не попадет меня отсюда. Пока я... А, я так понимаю, мне по этой раме нужно туда пробежать, скорее всего. Да. Отлично. Здесь как-то попроще стало. На предыдущем уровне, где мы гнались за Люпина, было гораздо сложнее, на мой взгляд. Или мне дают отдохнуть просто. Ну, короче говоря, факт есть факт. Что непонятно, так это куда идти. То есть вот отсюда я пришел. Что дальше? Закрыто. А, вот теперь сюда открыто. Я же вроде тыркался в эту дверь. Ну ладно. Так, тут нам обрез не помощник. В
вообще две береты, это, конечно, прекрасно, на мой взгляд. И что мне это дает? То есть просто для прикола? Ну ладно. Тут ничего. Или пробиваем фонарик. Какие-то странные граффити. Короче, они говорят о каком-то месте. Один просит второго туда сходить, второй говорит: нет, там слишком жутко, крики. Вообще жуть какая-то. Похоже, местным торпедам тоже не по нраву увлечение в босса. Где ты, мать твою, за ногу? Алло? Шо ж я такой невнимательный, да? Все, уехал. Хорошо. Ой, тихо. Так, я вижу одного, второго. Да, это будет проблемно, я думаю. Как я и думал. Так, ну, в принципе, ничего такого неосуществимого там нет, так что погнали. Что-то я, по-моему, слишком берега потерял. Упор. Так, давай, Джит, вставай быстрее, Макс. Сейчас к нам побегут еще гости. Так, первый. Блин, да что ж такое? Ладно. Надо быть осторожнее. Так, блин, это место меня, короче, заставит попотеть, похоже. Так, выходим. Теперь делаем вот так и ждем. На вашу мать! Я даже так не могу. Капец, вы что творите, уроды? Да, блин, ну выбирай-то оружие новое. Блин, эта мышка меня с ума сведет. Так. Да. Сейчас меня опять убьют. Ух, так. Не очень-то, надо сказать. Не очень-то. Ну, по крайней мере, ладно, давай их убили. Причем обычно я их убивал гораздо более лучшим показателем жизни. Ну, да черт с этим. Или ладно, сейчас мы сохранимся, чтобы по новой теме не воевать, хотя у меня, конечно, мало жизни, ну и что, зато прошли, надоело уже по 100 раз одно и то же проходить. Так, теперь один патрон для Инграма, это, конечно, хорошо. Так, падай, падай. Так, все вроде. И еще кто бежит? Вроде все.
Фу, достаточно сложно было. Не скажешь, что прям сверхсложно, но нормально. Так. Все, хорошо. Нет больше вашей наркоты. Что-то на самом деле какие-то нехорошие звуки идут с этого подвала, что ли. Или наоборот, мы, судя по всему, наверх поднимались. Так что скорее с чердака. Да твою мать. Так, ушел. Очередной бурят. И, судя по всему, там еще кто-то бежит. Че? Тихо, тихо, тихо. Так, сохраняемся, во-первых. Во-вторых, он, похоже, где-то вот тут стоит. Нет. Блин, чувак, с Инграмом это всегда плохо. Это я вам точно могу сказать. Может, он снизу стреляет? Да вроде нет. Да, блин. Да, явно не самое четкое оружие. Давайте-ка мы ему тогда вот этим вот зарядим. Блин, вас аж двое. Так, тебя в минус, дружок. Хорошо, сохраняемся. Он, по-моему, успел куснуть чуть-чуть у меня жизни. Ничего, я это переживу. Так, ладно. Что дальше? Паренек тоже помер. Отлично. Вот тут у нас уже улица. Хорошо. В Нью-Йорке метель. Да, Desert Eagle, он пока что нам очень неплохо так заменяет снайперскую винтовку. Сюда что? Туда явно падать не стоит. Блин, прям какой-то собор готический. Так, с этими все. Как-то он странно лег. На знакомого похож одного, кстати. Сережа, если ты смотришь, прости меня. Короче говоря. Так, блин, успел? Вроде успел. Хорошо полетел. Это вообще похоже какое-то заброшенное крыло, где народ не бывает. Ну, кроме хозяев, естественно. Да блин, ой, блин, я что-то прощелкал ваш приход совершенно. Да ты живой еще, что ли? Чуть опять не помер. Ну да ладно, зато они мертвы, а я живой. Остальное не так важно.
Так, эти ящики надо бы взломать. Отлично. Не зря я это сделал. Это сцена у нас, я так понимаю. Плохо. Так, еще обезболивающий. Отлично. Да падает уже, мать твою, ну. Блин, берета, конечно, неплохо, но... Ну, не сказать, что слишком уж хорошо. Так, сейчас, я так понимаю, мы... Мы будем раздвигать вот эти вот панели. Ну, что-то в этом духе. Короче говоря, почти угадал. Так. Ой. Подожди. Я не смогу тут к тебе пройти. Я, похоже, не доделал. Там нужно будет еще повернуть. Чешков парочку. Да где ты, мать твою? Идиот! Ой, да откуда же вы такие беретесь-то? Так, ну судя по всему, все, теперь я смогу пройти. Самоубился. Давайте в голову выстрелим, вдруг живы. Так, ну и тут же я был, нет? Или мне кажется? Просто похоже помещение. Похоже, кажется. Так, тихонько. Можно быть крайне осторожным здесь, похоже, что. А вот, собственно, так, братюня-то ты убил, всего она лежит. Не справился с заданием. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Короче говоря, Люпина нас где-то здесь ждет, как паук в своем логове, сказал Макс Пейн. Макс Пейн назвал это место гниющей плотью Нью-Йорка. Сказал, что на диване у нас лежит что-то разорванное на части. Пунчинелло had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub! Asmodeus! Baphomet! Lucifer! Loki! Cthulhu! Lilith! Hela! Blood given to you all! He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood. Да, мозги совсем не в том месте, похоже. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast.
The big bad Fenris Wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog Avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. Так, да. Вообще смешно, конечно, вспомнить, как на рубеже 99-2000 годов, то есть на рубеже тысячелетий, у людей натуральной истерии было, мозги таяли, текли, плавились по поводу того, что конец света будет. У меня натурально женщина одна знакомая натурально ждала конца света. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Все-таки согласитесь, вот он там свою чушь какую-то зачитывает. В играх прежних лет гораздо более тщательно относились к текстурам. То есть вот текстура данной ткани, вот я так приближаю. Офигенно детально. Ладно, не буду напоминать сами знаете кого, чего имени нельзя называть. Но на самом деле текстуру в данной игре крайне загладил. Похоже, одна только была такая. Так, ну что, нужно разобраться с этим утырком. Как и со всей этой швалью сатанинской. Так. Пока что вот так. Нет, это я, по-моему, не в тему. Сейчас, похоже, будет как босс бэтл. Тихо гравием шурша, едет крыша не спеша. Так, место, где можно укрыться. Есть тут такое, нет? Судя по всему, нет. Есть только вот тут. И то, скорее всего, это ни к чему хорошему не приведет. По крайней мере, нам дают подготовиться к битве. Я уже понимаю, что тут будет битва. И что-то такое я помню, кстати говоря. Тихо, а он уже и пошло-поехало. Так, ладно. Еще. Ой, тихо. Ой, блин. Да, это будет сложно. Так. В таких плащах такое ощущение, что чисто быки люпина ходят. Потому что я их тут первый раз встретил. Ну, самое прикольное, что... А, нет, хотел сказать, это ткань пуль непробиваемая. Судя по всему, я ошибся. Так, ладно. Самое главное, не останавливаться. Ой-ой-ой-ой. Ой, давай. Так, блин, откуда меня опять попали? Хорошо, я сохранился. Откуда ты вообще прилетал-то? Так, давайте по-новому сохранимся. Так, твою мать, твою мать. Вообще нужно пока поперемещаться, чтобы здоровье как-то восполнилось. Так, сохраняемся. Ну что, там скоро кончится, нет, дорогие? Так, ладно, они, похоже, на втором этаже только остались, что ли? На первый никто не полезет. Нашим легче.
где там мать твоя? Вроде бы готов. Да, блин, а. Ты посмотри, что творят уроды. Да твою мать. Да, сложности игры что надо. Давай здоровье, исполняйся. Ох, да что ж такое, мать ваша. Ох, так. Так, топерча. Сохраняемся. Будем сохраняться после каждого малозначительного достижения. Да, сейчас я патроны на это потрачу. Я еще попадаю куда-нибудь, нет? Падает уже. Сохранимся. Так, еще в минус, отлично. Так, а вот и сам, похоже, засранец. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of Catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk. Я не думал, что Empire State Building переводится как Эверест. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming. She is coming. And hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now. And all who stand in her way must die. Совсем крышу уехал. Так, сохранимся. Это явно не к добру. Так, тебя в минус. Тебя в расход. Теперь сохранимся. Ой, я что-то хреново, по-моему, сохранился. Давай. Да шо ж ты не вдохнешь-то, мать твоя, сколько в тебя уже? Все, наконец-то. Вот и все, а ты боялся. When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you, not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Quincinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact. I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max.
It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Блин, кошмар, похоже. Somewhere, the baby was crying. Надо сказать, что вот сейчас смотришь все эти комиксы, до чего все-таки наивные, невинные лица у актеров, которые в них участвовали. Раньше как-то этого не замечал, но сейчас это просто видно, что чуть ли не людей с улицы там или из своих семей позвали. Ну, Сэм Лейк — это вообще создатель игры, он исполняет главную роль Макса Пейна. До чего их лица не выглядят вот именно теми упырями, которыми они должны быть. Что Мона Сакс, что Макс. Во второй части с этим получше, там уже пригласили актеров для этих комиксов. Но как бы там ни было, даже в таком случае все равно эта история доставляет. Как бы там ни было, мы попали в комикс. Я уже, блин, по-моему, раз 5 за минуту сказал, как бы там ни было. Но как бы там ни было, увидимся в следующей серии. Будет кошмар, я так понимаю. И, по-моему, это одна из самых любимых частей моих в игре. Я, конечно, ее не помню, но, по-моему, она мне очень нравилась в свое время. Короче говоря, увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.